Сегодня 18 марта 2015 года. Температура в тени плюс 10 градусов. Вот эта вот семья зимовала с увеличенным подрамочным пространством. Больше 300 миллиметров увеличенное подрамочное пространство было. Это пустой корпус стоит на додановскую рамку. Сейчас, значит, хочу переставить корпус с гнездом и с рамками на дно, на запасное. Вот. А это все убрать. Вернее, не убрать, а просто сейчас хочу из двух корпусов гнездо превратить в однокорпусное. То есть, чтобы пчелы были в одном корпусе, чтобы пчелам уже увеличенное подрамочное пространство, которое стояло для зимовки, уже сейчас не нужно. Тяжелый очень корпус. Очень тяжелый корпус. Ну вот такой вот увеличенное больше 300 миллиметров подрамочное пространство. Никакой плесени нету. На улье признаков. Все абсолютно сухо, но сетчатое оно. Снизу еще плюс сделан материал из дерева. То есть сетка, она не на улице идет, а просто вот сетчатая, для того, чтобы ставить обогреватель, сетчатое дно такое сделано. Вот сейчас поближе донышко покажу. Подмор сухой абсолютно. Ну и помимо, с декабря месяца была сделана вот такая верхняя вентиляция. Подушечка вот сдвигалась где-то вот так, вот небольшая, где-то около сантиметра. Была щелка в течение всей зимы, вот до сегодняшнего дня. Сейчас холстик закрою, перекрою, и уже сеточку эту здесь пчелы. Поэтому здесь и был поставлен большой корпус. Вот. Вот такое вот количество пчелы. Вот. Единственное, вот эта рамочка ставилась пустая, как индикатор закорма. Но там вот видно, что уже сотики были отстроены под кормление. Кормов очень много. Это самый тяжелый, я сейчас поднимал, тяжелый корпус. То есть никаких подкормок здесь больше не нужно давать до весенней ревизии. Все здесь достаточно. Кормов, я думаю, немного за зиму съели. Хорошо еще при зимовке на воле работает вот эта синтетическая холстина. Она хороша тем, что в себя не впитывает влагу и всегда сухая. Вот из всего, что я попробовал на своей пасеке, это всевозможные ткани, пленку. Вот на зиму самое хорошее — это вот именно вот эта вот синтетическая мешковинка. Очень хорошо себя показывает она при зимовке. Хорошо работает. Сегодня 28 апреля 2015 года. Температура на улице плюс 21 градус. Хочу осмотреть вот эту семью Карпатки после зимовки и подготовить ее к перевозке в Рязанскую область. Это семья Карпатки, зимовала на воле. При зимовке стоял корпус на 300. Ну а чего, уже пчелки.
контрольный сот. Ну, это, наверное, еще с осени был отстроен при закорке. Вот обычно, как вот так начинает строить по весне, значит, можно расширять уже. Поставим уже так. Ну, сразу перевожу на улочку 8 миллиметров. Итого 8 рамочек здесь. Расплод на 6 рамках за 7. Ну, сюда после перевозки надо ее расширять будет. Ставить магазин через решеточку.